Друзья, всех приветствую на своем канале. Одесса, 23 мая. У нас в 16:01 началась воздушная тревога. И буквально за 10 минут до воздушной тревоги сообщали о взрывах в области. По предварительной информации сработало наше ПВО, но эта информация предварительная, неофициальная. Также минут через 10 после того, как началась воздушная тревога, сообщили о том, что СМИ сообщают о вылете ракет с моря. Вот такая обстановка неспокойная. Просьба не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие, оставаться в укрытии и в безопасном месте, потому что угроза ракетных ударов очень высокая. Напомню, я уже сегодня об этом сообщал, что из Севастополя вышел третий ракетный корабль, новейший, это «Адмирал Макаров». И на данный момент в Черном море находятся три ракетных корабля, которые угрожают Одессе и в целом всей Украине ракетными ударами. Я на связи, друзья, как только информация появится, сразу вам сообщу. До встречи, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео.